Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я расскажу о своих последних покупках, которые как раз-таки вышли после моих осенних покупок. Сразу, через на следующий день, я пошла и купила себе покупки. И как раз что-то собрала уже из того, что хотела вам сказать. Первое, что я хочу сказать, это я купила на своем любимом классике вот такой вот набор кистей. Посмотрите, какой классный. Ну, вы знаете, почему я купила именно этот цвет. И сейчас покажу вам, какие кисточки. Здесь мак. Вот так его переворачиваем. Типа мак. На самом деле, весь этот набор, я уже давно хотела себе обновить кисточки, весь этот набор купила из-за одной кисти. Вот такую кисть для тушевки теней. Я пыталась везде найти, и в отдельности нигде ее не могла найти, во многих косметических магазинах. Также мне нравится для пудры, вот такая большая. Все они розовенькие. Есть вот такие розовенькие, с блестяшечкой впереди, здесь такая. А есть розовенькие полностью. Хотя нет. А, нет, они все одинаковые розовенькие. Есть даже вот такая штучка одна. С собой можно брать. Для этого. Для помады. Раз и закрыли. Очень классная. Везде написано MAC. Достаточно качественно все сделано. Мне очень нравится, я вообще довольна. И я использую, кстати, вот эти две штучки, как два подстаканника. Я разделила на кисти, которыми я пользуюсь постоянно, и которыми нет. У меня вот еще целая вот такая кипа кистей других моих. Короче, я вообще довольна. Разделила их, поставила вот так вот рядышком и, ну, поближе, которые... Здесь для всего есть. Для пудры, для хайлайтера. Вот я, кстати, думаю, что-то для хайлайтера, потому что... Видите, тоненькая такая. Потому что у меня почти такая же со смешанным ворсом, но она побольше для тонального крема, для BB-крема. Вот это не очень удобная, мало ее здесь. Но я думаю, что для тонального, хотя нет, вот это тоже маленькая, для консилера. Вот здесь вот для тонального как следует нет. А для румян, для консилера, для хайлайтера, для теней, для бровей, для губ, для консилера даже две, для тушевки две тоже кисти, три. Вот, я думаю, все три эти для тушевки. Короче, они классные, я думаю, что мне их надолго хватит. Купила я их у себя на рынке за 700 рублей, мне уступили уже, потому что я там практически каждый день бываю. А я искала их на AliExpress, и, по-моему, такие были 1000 с лишним, 1300, 1500. Так что, ну, такие дела. Я попробую вам скинуть ссылку на AliExpress, чтобы именно вот эти кисти были. Потому что у нас они, ребята эти, закупаются все там. В общем, вот такие классные кисти, я вообще довольно счастлива. И вот оно счастье. Также я там у них купила. Они вообще классные. Я давно искала. Это вот такие блески. Я буду их использовать. Ну, то есть блески для всего. Я их вообще хотела использовать для... Именно как тени. Потому что я собираюсь делать разные мейкапы, экспериментировать. И вам показывать, естественно. Поэтому блестки. Мне вообще блестки пригодятся в быту любой красавицы. Любой девушки. Ты еще скажешь, что я красавица. Тоже мне красавица нашлась. И также я решила у них попробовать. Все время туши беру где-нибудь там, Литуаль и так далее, и так далее. А у них полно разных тушей. У меня уже подсыхает моя Vivien Sabo достаточно быстро что-то. И я думаю, должна быть тушь, которая делает ресницы. Я взяла L'Oreal телескопик у них за 200 рублей. Я попробую. Здесь вот такая кисточка, практически нет кисточки, силиконовая. Я, честно говоря, люблю такую кисточку. Мне нравится, потому что она прокрашивает все уголочки. Прям вот внутри, снаружи. В общем, попробую, скажу. Если кому интересно, потом напишите мне. То есть, ну, это то, что можно на AliExpress взять, если есть такая лореалька, да, то есть это оно будет. Также, вы вообще заметили, что у меня новый декор? У меня кустик тут стоит. Тут вот у меня красота. Это я сейчас все в процессе, все делаю. Меня вдохновляет все вокруг. И, в общем, я купила еще вот такие цветочки, которые тоже будут у нас... развешены везде. Это розочки. В общем, я не знаю, из чего они сделаны. Ты не помнишь, из чего они сделаны? Силикон. Не, не силикон. Какой-то, короче, интересный материал, очень легенький, ну, очень красиво выглядит. И, в общем, мы вот это купили, целую пачку за 120 рублей. Классно. Тоже на классике купила. И купила еще дополнительные вот эти вот мою красоту. Вообще. Я прям даже беру в руки, посмотрите. Посмотрите, как картинка заиграла. Я не могу, я тащусь просто. Так, это мы все убираем.
Что еще? О, еще я купила фен. Кстати, зашла в магнит какой-то и просто купила фен, потому что у меня уже второй фен. Один у меня вот профессиональный, хороший был. Он у меня упал, мне так его жалко. Я не знаю, где вообще починить, куда нести. В общем, надо починить. Потом второй купила тоже за 500 рублей. Он у меня сгорел буквально через пару месяцев или даже месяц. Сейчас я купила еще один за 500 рублей, но просто я не удержалась, потому что он розовый. Мощность, что у того было 1000, что у этого 1200. Короче, если он у меня быстро сгорит, то я куплю нормальный. Или, надеюсь, за это время починю свой классный, который мне очень нравился. Со всеми режимами там супер вообще. Долго можно его использовать. Также я купила то, что я вам говорила. Я нашла эту доску. Но, к сожалению, не было доски именно как конкретной, которая вот прям в идеале была бы, да? Но я нашла вот такую, я ее как-нибудь тоже украшу, облагорожу, чтобы был розовый цвет мой. В общем, эти буковки нам нахрен не нужны, нам нужен будет только маркер. Я буду писать ваши имена здесь, передавать вам привет. Она не здоровая вообще. Мне кажется, она здоровая, она даже в экран не помещается. Я так хочу, чтобы ваше имя было видно хорошо. Ну, короче, или так, или на черном мелком. Короче, будет по-разному. Короче, купила такую штуку. Посмотрим, что из этого выйдет. Что-то та очень маленькая, а эта очень большая. Что за фигня? Я не было со мной камеры, чтобы я померила. Ну и, наконец-таки, я купила, девочки, постельное белье, которое очень-очень хотела. Я просто счастлива. Посмотрите, вы сразу поймете, какой это цвет. Мне нравится, что оно двухстороннее. Такое светлое розовое, с другой стороны малиновое. Короче, я буду нежиться в этой кровати просто. Это у меня двуспалочка. Очень классная ткань. Как называется? Сатин. Сатин. Офигенская ткань. У меня вот есть белье из сатина. Если это такое же по качеству, просто я не знаю. Оно у меня не такое же. Я покупала в Москве другое белье. Оно у меня, девочки, сохнет буквально за 20 минут. Вот я просто его постирала. Оно уже почти сухое, вылезло оттуда. И... само вылезло. Ну нет, не само вылезло, я его вытащила. Его вытащила, повесила, и уже через 20 минут я могу его, то есть, обратно класть. Оно не кашлатится, его можно хоть бы каждый день, я не знаю, стирать. Ну, очень круто. И наволочки там у меня по размеру были 70 на 70, 70 на 40. Размер самого постельного классный. Ну, я уже не в Москве. Не знаю, я надеюсь, что вот это оно, потому что по качеству, вот так вот я чувствую на ощупь, вроде бы это такое же. В общем, вовремя мой любимый начал мне звонить. Я тут, кстати, с мамой. Да, он начал мне звонить. Все, дорогие мои, я с вами прощаюсь. Покупочки у меня закончены. Мне надо срочно ответить любимому. Хотите услышать, как я с ним разговариваю? Ну ладно. Да, любимый. Кисонька, ну я же тебе сказала, что я буду снимать видео. Я вот как раз только закончила. Я даже не... Я тебе написала на WhatsApp. Да, я тебе написала, что я снимаю, и вот мама со мной. И сейчас ты в онлайне. Я решила им показать, как мы с тобой по телефону болтаем. Так что будь милым. Кис, будь милым. Будь милым. Я снимаю наш разговор на видео. Кисуль, я тебе написала WhatsApp. Я написала тебе: Занька, я снимаю для моих любимых подписчиков. Ну как нету? Сейчас закончу тогда снимать и проверю. Я тебя тоже люблю, зайка. На самом деле он мне сказал, что я его бешу. Но он у меня очень темпераментный, я обожаю это в нем. Поэтому все, закончились. Кусочек моей лайф-жизни попал. В общем, я с вами прощаюсь. Понравилось — ставь лайк. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. И мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.